Приветствую вас на канале Asmodeus Play. Мы продолжаем играть BioShock. И сейчас нам надо завалить папика. Да, папашка. Так. Эндрю Райан задает вам простой вопрос. Вы человек или рак? Тихо. Добраться до сестричек и их Адама. Так. Пора искать ангелов. Блин. Смотрите, мистер Баллс, Адам. Ну давайте поехали, попробуем. Бежим. Ничего себе! Вау! Тихо! Куда стрелять-то надо? Так. Спасти. Опустошить. Давайте. Ну, все-таки дети. Нет. Все-таки дети. Ладно. Тем более сегодня 1 число, кстати, день защиты детей. Тебе просто повезло. Спасибо, мистер. Спасибо. Да, пожалуйста. Так. Вот такой вот я молодец. Сделал доброе дело. Я даже сам себе нравлюсь. Пора спать, мистер Би. Так. Перезарядим. Что у нас имеется здесь? Лечение. Ай-яй-яй-яй. Так, завалить мы завалили. Ничего. Сходить прокачать себе, что ли? Давайте пока по-быстрому сходим. Так, а подождите, там вроде что-то разрушалось. Откуда я выпрыгнул-то? Вот отсюда выпрыгнул. Вот сад собирателя. Как мне еще бы открыть бы эти контейнеры? Так. Ну ладно, сад собирателя. Улучшение Евы, улучшение здоровья. Итак, также прибавляет вам Ева. Аптечка также прибавляет вам Евы. Увеличивает максимум здоровья. А что, у меня не максимум здоровья увеличилось? Увеличьте свой максимум Евы. Ну, давайте максимум Евы. Вот так. Мало ли. Может, мне это пригодится в дальнейшем. Где ты? Восторг напоминает. Минутку. Океанское дно – наш дом, но оно таит в себе опасности. Любая протечка – опасная протечка. Где ты? Во всех случаях обнаружения непонятно откуда взявшейся воды сообщайте в центральный совет. Подожди, где ты топаешься? Я слышу, что ты топаешься, но где? Так, вот ты есть, ладно. А девочка где?
Без девочки ты мне бесполезен. Я так понимаю, только с девочки можно взять. Ну-ка. Попробую сейчас на паузу нажать, попробую разгромить и посмотрим. Так, вот я его убил. Если обыскать $60, оно того не стоит. Так что отпускаем громилу на волю. За $60. О. Ты что, почти вернулся к аварийному выходу? Пройди в него как можно скорее. Райан тебя уже засек. Ты не услышишь, как он подберется ближе. А когда заметишь, будет слишком поздно. Понятно. Так, ладно, сохраним тогда. Подберется слишком близко. Граната опять. Так. Не вижу. Да не вижу. Ладно. Пойдем. Медицинский поют. Это мой, да? Паразиты ненавидят три вещи. Свободный рынок, свободную волю и свободных людей. Так, 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 так. Мне патроны что ли купить? Так, а что купить-то мне? Электрическая картечь. Бронебойные, так. Даже не знаю, ну. Аптечки мне пока не нужны. Хотя, ну ладно, одну возьмем. Электрическая картечь. Бронебойные. Ну-ка, давайте посмотрим. Что у меня тут? Так. До скольки я могу? Так. Хорошо, картечь взял. 6. Блин, дорогие патроны. Так. Что еще могу взять? Ладно. Закроем пока. Пока закроем. Так, это мы отсюда, да, проходили? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот она. Уже разбрасывают бомбы. Отойди от моих пациентов. На. Так. Вот так. Вот для чего надо вот эта штука, блин, прикольная, конечно, но надо мне еще ячейки развивать, развиваться же надо. Блин, в ботаническом саду было написано только надо. Собраны револьверные патроны. Так, М. Аварийный вход, здание. Так, так, вернитесь в зону чрезвычайного доступа. Ключом Штраймана используйте ключ на панели управления. Я так понимаю, вон там его надо будет использовать. Так, тут у меня ничего нету? Ничего нету. Не хочу упустить какую-либо мелочь. Так, мы его здесь убили. Откроется, наверное, вот это. Ну, давайте.
Сигнализация отключена. Благодарим за терпение. Да уж, благодарите. Не знаю, как тебе это удалось, но ты это сделал. Конечно. Добро пожаловать в порт Нептун. Жду не дождусь, когда смогу пожать тебе руку. О, дары Нептуна. В порт Нептун. Дары Нептуна. Если ваши плазмиды теряют эффективность в бою против сильных противников. Так, идет сохранение, пожалуйста, не включайте компьютер. Метро Восторга, дары Нептуна. Воу-воу-воу-воу, красочная встреча такая. Кто-то распятый. А вокруг тишина. Ну вот вы и имели удовольствие познакомиться с Эндрю Райном. Это он построил этот город, и он же его и разрушает. Никто точно не знает, что произошло. Может, он сошел с ума? Может, власть ударила в голову? Может, просто решил, что не любит людей? Как ни крути, но погибло много хорошего народа. Моя семья прячется на подводной лодке у рыбзавода Фонтейна. Там мы с тобой и встретимся. Хорошо. Так, трупик, трупик, трупик. Пока туда рано еще идти-то. Так, это выберите трек. Выберите трек плазмиды. Плазмиды наделяют вас энергией, чтобы изменить мир. Щелкните, чтобы посмотреть ваши плазмиды. Так, у меня ярость и электроразряд еще есть. Ну. Да блин. Вообще не то. Так. Вообще не то. Давай. Ну вот вы и имели удовольствие познакомиться с Эндрю Райном. Это он построил этот город, и он же его и разрушает. Никто точно не знает, что произошло. Может, он сошел с ума? Может, власть ударила в голову? Может, просто решил, что не любит людей? Как ни крути, но погибло много хорошего народа. Вот сейчас сохранимся. Моя семья прячется на подводной лодке у рыбзавода Фонтейна. Там мы с тобой и встретимся. Так. Генный банк. Поменять генные модификации. Так, это вот что? Выберите трек. Он у меня один. Так. Инженерный. Он у меня все заполнено. Тут какая-то штука. А вот. Статический разрядник. Так, при ударе вы выделяете электрический разряд, нанося урон всему, что вас окружает. А, да, был такой, помню, на папике. Увеличивает урон от гаечного ключа. А это уменьшает любой физический урон. Блин, вот открыть бы. Блин, блинский. И тут-то все. Так. Ладно. Так. Меня вроде пока все устраивает. Это что у нас? Да, закрыть. Нет, что-то распродажа. Кто тут? Вау, плавает. Что там ползает у меня в саду? Где ты? Похитили тебя. Убежала. Ух ты, ух ты, ух ты. Что там ползает у тебя в саду? Да блин. Так-то вот, особенно если ночью будешь играть, вообще страшно. Есть над чем подумать. Но дни летят, словно ветер. Это... Что за листья были? Дыры, по которым девочки лазят.
Так, лечение. Ну давайте попробуем. И начать. Так, вот сюда. Сюда. Ай-яй-яй. Так. Так, мне вот надо что-то. Вот она. Так. Вот такого у тебя извращенец. Успешный взлом жизни добавили, все. Успешный взлом. Ну, хоть что-то прокачал. Хоть что-то прокачал, что это пригодилось она. Еще разок. Ну, готовимся. Блин. Не подписывалась. Ну, успокойся, милая. Единственные, кому в восторге грозит смертная казнь, это контрабандисты, потому что они подвергают опасности все ради чего. Интересно, интересно. Если советы прознают о нашем чудесном городе или правительство США, это где-то? Тайна – наша лучшая защита. Смертная казнь – не слишком высокая плата за защиту нашего вопроса. Я должен победить сны, мистер Билл. Теперь ты права, Мэри. Так, а куда-то я могу залезть? Вот это созрело, мистер. Что там мощно? Дай ее мне! Давай. Убивай. Хренач. Сейчас он вас всех завалит. Перебьет вас всех. Ой, тихо. Сейчас. Так. Ты же не подлечиваешься. Загасил. Так. Спокойно, нет, так, подождите. Спокойно. Вот так. Я за тобой. Но. Вот так. Сейчас надо дождаться, когда этот илетинушка притащится, где он. Где-то. Смотрите, мистер Баб. Так, благодаря медэксперту ваша аптечка станет совершеннее, будут исцеляться любые намагания с невиданной скоростью. Не используйте аптечку, если у вас нет. Он ваш лучший друг. Понятно. Вон, выходит. Вот сейчас и будет. Давай, беги, иди сюда. Что там? Господи, я пролетел. Ты пришел обижать нас? Он знак. Я слышал. Кто это? Я бы и так не
он меня сзади, значит, загасил. Ладно. Ладно. Теперь надо. Вот жалко, у меня никакой гранаты нету. Тем более он стрелять будет в меня. Блин, нет. Надо что-то. Как-то я даже не знаю, как-то из-за угла что ли. Хреначе. Как-то из-за угла, наверное. Я чую от нее запах Адама. Нифига. Нифига он долбит. Так, ладно. А пулемет ему ни хрена не приносит. Смотрите, мистер Бабблс, Адам. Я люблю собирать Адам. С ним я я, получается, появился. Че? Покоцан не будет, нет? Ох ты, он еще не полный, да, здоровье? Приближаться к маленьким сестричкам преступления. Не приближайтесь к маленьким. Перезарядимся. Спокойно. Где ты? Давай. Живи. Нет. Исцеляйся давай. Все, деточка, беги. Спасибо. Ты был добр. Спасибо за помощь. Но действительно ли ты наш друг? Но все равно, малышки несут тебе подарок, чтобы показать, как мы это ценим. Это мой! Блин, ну это что за хрень-то? Это вот ничего себе подарок, не супер. Я сейчас дам подарок.
перезарядил. Где ты? Падла. Падла. Так, что-то где-то мелькает. Пулеметная турель, вон она. Что-то там мелькало. Что-то здесь есть. Патроны для автомата. Здесь что есть? Блин, вот так буду шариться под забором. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!